Как говорит нам Википедия, дворянство – это привилегированное сословие, возникшее в феодальном обществе и ставшее государственно образующей основой этого общества в средние века истории Европы. Пушкин высказывался на тему дворянства, как же без Пушкина? Что такое дворянство? Потомственное сословие народа высшее, то есть награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. И самое занудное, но самое верное определение из свода законов Российской империи. Кавычки открываются. Дворянство есть сословие, принадлежность которому следствие, истекающее от качества и добродетели начальствующих древности мужей, отличивших себя заслугами, чем, обращая самую службу в заслугу, приобретали потомству своему нарицание благородное. Благородными, разумеется, все те, кои от предков благородных рождены, или монархами, сим достоинством пожалованы. Потомственное, то есть передаваемое по наследству, дворянство приобреталось такими путями – чинами на действительной службе, в результате пожалования за служебные отличия российскими орденами, потомками особо отличившихся личных дворян и именитых граждан, пожалованием по особому усмотрению самодержавной власти. Четыре причины. Личное дворянство приобреталось пожалованием по особому высочайшему усмотрению. Нами по службе. Здесь надо пояснить, что необходимо было дослужиться на гражданской службе до 9-го чина, это титулярный советник, а на военной до 1-го обер-офицерского чина, это 14-й класс. Кроме того, лица, получившие чин 4-го класса или полковника не на действительной службе, а при выходе в отставку, также признавались только личными, а не потомственными дворянами. Так, третье, пожалованием ордена. И о том, что это за ордена, подробнее можно будет посмотреть по ссылке в описании. Вот у нас три причины. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи в ваших поисках! А за помощь в составлении текстов спасибо Кириллу Чащину.